Пушка, пулеметное гнездо, вилка, стрелка и колодец. Выбить за меньшее количество бросков как можно больше фигур – вот задача. Химкинские дошколята участвуют в чемпионате по городкам. Подобные состязания в городе проходят уже второй раз. Сегодня более 20 команд, вдвое больше, чем раньше. Цель мероприятия – это чтобы дети познакомились с народной, исконной русской игрой «Городки», узнали ее правила, во что играли наши деды, прадеды. Чтобы знали наши традиции. Инициатива самих воспитателей нашла отклик в городском управлении образования, а после Федерации городошного спорта Московской области. Почва плодотворная, дети как губки впитывают всю информацию, да и самим педагогам интересная игра. Более того, городки способствуют всестороннему развитию ребенка. Во главу угла ставится координация движений, глазомер, мелкая моторика. Память очень хорошо развивается. 15 фигурок нужно запомнить, название, как их собрать, как сложить. То есть это все... большой труд. Как и на любом чемпионате, победителей ждут призы, а сами организаторы уже надеются, что по итогам этих соревнований удастся собрать команду на участие в областных состязаниях.